Сегодня мы рады присутствовать на мероприятии Jester Camp 2022. Очень много интересных спикеров. Участниками являются в основном молодежь, и акцент сегодня ставится именно на агротемы и те возможности, которые можно сегодня использовать в развитии агросферы. И очень хорошее название «Агромун», это как в переводе «агропоколение». Мне кажется, что участники с интересом задают вопросы, берут какие-то советы у спикеров и особенно радуют. Все проходит интересно, нам очень нравится, и мы призываем побольше, чтобы молодежь уделяла внимание именно агросектору, потому что за этим сектором будущее. Good morning, it's good to be here in Jalalabad. Доброе утро, Jalalabad. I'm here representing the USAID-funded project, Kyrgyz AgroTrade. We're a five-year project. We're in the middle of our second year, but we had a slow start because of COVID. An important part of our program is to help Kyrgyz youth get ready for jobs in high-tech opportunities in food companies. We are having these skills camps around the Kyrgyz Republic. We are using local partners, we're using local businesses to explain and coach young people that agriculture is just not about being on the farm. Agriculture and agribusiness has to do with high-tech opportunities in food companies. It has to do with business trading company to company, and in fact international sales from the Kyrgyz Republic to the rest of the world. I look forward to this meeting today. I always look forward to my time in Jalalabad. Мы сегодня организовываем Jester Camp. Очередной раз, уже 12-й год, как мы организовываем такую платформу для молодежи, платформу возможностей, информации, вдохновения. Вот в этом году мы выбрали тему агро, потому что мы хотим направить молодежь сегодня, рассказать вообще, что этот сектор это не старое, да, что это не старые тракторы или коровы, а это что уже инновации, технологии, что этот сектор требует молодых специалистов, что есть очень на рынке востребованные профессии в агросекторе. И хотим молодежь направить, те, которые хотят выбирать профессию, чтобы они узнали, какие есть профессии, как, например, пищевые технологи, агрономы и разные другие, и где молодежи есть такая огромная возможность в последующем найти работу, развиваться. Ну и в целом рассказать, что сегодня для Кыргызстана мы сталкиваемся с кризисом экономическим, да? Даже вот конфликты между разными странами, они влияют на нашу страну, да? И нам пора уже производить свое. Мы очень благодарны вам за то, что вы устроили такое прекрасное и выбрали прекрасный отель, чтобы провести такой эффективный, классный мероприятие. Мы очень вам благодарны за это. И да, надеемся, то, что это поможет нам, молодежи, выбрать карьеру, профессию и помочь в будущем.